Ой. Нет. Нет. Все-таки вот этот. Хорошо. Стало быть, пойдешь к ней? Сегодня же суббота. Здравствуйте. Здравствуйте. Пальтишечко снимай. Вот, давай сюда. Давай, пальтишечко. Угу. Иди прямо. Угу. А сейчас, потом мама, направо. Сейчас. Вот, и ничего не трогай. Цветы – это заскорузлое мещанство. Здравствуй, Саша. Шура, Саня, как тебя зовут? Выбирайте любое. Ну, садись. А на что, собственно? Ах, да. Принеси себе стул. Вон там. Один стул. Теперь садись. Ну, садись, раз пришел. Освободись от букета. Как? Подумай. Ну, ты же ведь умный, правда? Молодец! Какой-никакой, а все-таки поступок. Снова садись. Зачем ты пришел? М? Телефон у меня работает. Я пришел, чтобы познакомиться с вами. Mm-hmm. Валентина. Да? Рыжик! Высунь-ка свою бороденку. Что это? Рыжик, вот этого типа пророчит в телефон и импорт. И мой заботливый папик. Очень хочет, чтобы я вышла за него замуж. Не вижу логические связи между твоим замужеством и импортом телефонов. Вот. Зато он видит. Выкинь-ка его в окно. Пожалуйста. Я физкультурник. Я весь состою из мышц. На первый раз выходи налево, прямо и вниз. Валентин, сталку. Очень рад был познакомиться с вами. Валентина. Пальтишечко, пальтишечко возьми. Таких женщин у меня еще не было. До свидания, Арина Родионовна. До свидания.